В зале атаманы всех 23 первичных казачьих обществ и начальники штабов, а также кадеты и преподаватели казачьих классов. 2017 год был богат на события. Анапские казаки принимали участие во всех значимых культурных, спортивных и военно-патриотических мероприятиях. Ежедневно они помогают обеспечивать охрану правопорядка, значительно укрепляют систему безопасности в дни проведения массовых мероприятий. И, конечно, приоритетное направление – работа с молодежью. Практически во всех мероприятиях, которые проводятся на территории Краснодарского края, в той или иной степени участвуем. У нас есть показатели за кое-какие мероприятия. Это первые места по внешней оборонно-массовой военно-патриотической работе. Это охрана общественного порядка. Мы входим в десятку лучших. Это работа пограндружин. Это мы в тройке лидеров. В Анапском районе действуют 59 классов и 13 групп казачьей направленности. В декабре минувшего года статус казачьей получила 18-я школа села Юровка, где обучается более 300 казачат. Мы хотим нашу школу 18-ю сделать показательной школой во всем Краснодарском крае. Задел есть, запал есть. Возможности тоже присутствуют. У нас очень много людей, которые нам помогают в той или иной степени. Администрация нас понимает в этом направлении. Поэтому, я думаю, мы достигнем самых лучших результатов в ближайшее время. Это год-два. Не сразу Москва строилась, но я думаю, что у нас все получится. Патриотическим воспитанием казачат в добрых кубанских традициях занимается и Союз казачьей молодежи. По словам наставников, дети показывают отличные знания истории Кубани, народных традиций казаков, свято чтут память о героических предках, уважают и почитают старших. Но самое главное – носить казачью форму нравится самим детям. Мы стали, можно так сказать, одной семьей с казаками-наставниками и с учителями. Они очень близко с нами работают, приходят к нам еженедельно. Мы с ними хорошо общаемся, как с другом, как с товарищем, как можно сказать, с отцами. Детей мы воспитываем в духе военного патриотизма, естественно, в духе любви к своей родине, традиции казачества, культура казачества. Губернатор края сейчас делает на это большой упор. Для того, чтобы Краснодарский край не просто был на бумаге казачий, а чтобы это был дух, и, естественно, он идет от детей. Как дети покажут себя, как они примут это в школе, так они пойдут дальше по жизни. Самых активных казаков наградили грамотами и ценными подарками. 2018 год обещает быть не менее событийным. Кубань отметит 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Вновь пройдет месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Еще больше сил анапские казаки планируют приложить к работе с молодежью, чтобы юная смена поддержки и опоры государства выросла достойная. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.